Буэнос диас, перцы. Я один раз вихну визаряд ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем мочить всякую непонятную хрень в Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништячки, мы незамедлительно начинаем начинать. Хрррр. Блин, скорострельная пуколка, а? Напомню. В прошлой серии у нас была задача забрать спизженный с кагами хавчик. Раз. Два. Сука, нихуя упругучие. Так, харчи забрали. Отлично. Можно пиздовать назад. Можно сдавать. Можно пиздовать, сдавать квест. Охуенно. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. О, гранатуны. Вы отлично со всем справились. А я подумываю заново открыть свою сеть в Кременнике. И все благодаря вам. Отправляйтесь в город и прикупите себе старинные. Ты охуел кусаться, псина. У, сука. Ну чё, бул, сука. Так, псину снести, чтоб не... Блять. А, похуй, на пистолетах, на пистолетах. Подходи по одному, я ваш мама делал. На нахуй. Мамку в кино водил. Пёс махнорылый. Че, не нравится пес, а? Хуй мамин. Сейчас еще какой-нибудь поебня вылезет, ну хуй мой ландыши, блядь, пизда мои пионы. Бля, вроде тихо. Здравствуй. Знаете ли вы, что на цели в перекрестие прицела на врага? Вы сможете увидеть на тактическом дисплее уровень, здоровье и силу щита противника. Чем выше уровень врага, тем он опаснее. Если вы видите череп, лучше постарайтесь убраться по добру по здорову. Бля, если этот хуй балда по мне попадет, будет весело. Камни, палки, кирпичи, в меня летит струя мочи. Потому что меня сейчас, походу, прям тут и уничтожат, нахуй. Бум. Слава богу, я съебался достаточно далеко. Чё ты там орёшь, блядь?
Так, половина пятого уровня. Зря я, наверное, все-таки туда нырнул. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Если емкость магазина кажется вам недостаточной, СИС решит вашу проблему. Еще больше пуль. Все модели СИС оснащены увеличенными магазинами. У наемников Алого Копья лучшее вооружение. Купите себе что-нибудь достойное. Заебись. Так. Ну давай, повеселите. Эй, смотрите все. Я танцую. Я танцую. Че, я так понимаю, можно пиздечить назад? Или как? Или нет? У меня нет медицинского диплома. Но если тебя подстрелят, ты скажешь мне спасибо. Я слежу за состоянием медицинского оборудования. Чтобы оно хоть как-то... Заебись. Щита стало побольше. Я танцую. Я танцую. А, доска объявлений еще не работает. Ой, вот что я могу сказать. Больно было. А они наверняка не одиноки. Ведь так? А, экспа мне сейчас, ох, как нужна. Я же подумал, этот пидор в мостик встал. Ну только нахуй мне грены. Вот в чем вопрос. Эй, иди сюда. Иду сюда. В этих краях не часто встретишь собеседника. Главное, не подпускай к себе этих скакских детей. Ну, пизда ты, гачи-вскрыватель, а? Так, там какой-то еблофес сзади бежит. Угу. Еще одна тварь. Спать нахуй. Все это тоже относится. Скиллы.
скиллы открылись. Охуенно. Биг барабун. Ого! Взрыв даже здесь было слышно. Бам! Давно пора Ракки, сука, ракки! Ебучие птеротрахтели. Купи аптечку. Не пожалеешь. 10, сука. Так, 61, 61, 12, не мой пизжи. Здесь что есть? Самое лучшее, новейшее, сколько он? 600 баксов. Вооружение. $275 патронов. Ну, полный газ это будет 300. Грены. А, это снайперские патроны. Так, чё, куда дальше-то? Пука. Нужно найти тайник со стволами. Ноускоуп, нахуй. Еще один. Сука. Да он там же и лег. Лежать, сукин ребенок. Да, местом запахло не слабо. А вот это тайничок. Откуда ж вы, бляди, лезете? Так, дамский пальчик 13, 4,6, не мой пизжи. 53, 95,6, скорострел выше. Заебца. Кто ж меня там все настойчиво добивается? Так. Карта. Куда ж мне дальше-то пиздошить? Сейчас я вот отсюда выхожу. И все, могу пиздовать точно по курсу, расстреливая скагов. Я их тут. Что валын. Просто валами эти уроды лезут, а? Так. Дайте-ка вспомню, как делается квиксейв. А, блядь. У меня все еще недавно перепройденный Крайзис в голове сидит. Там-то сохраненки были. Вас ждет первое серьезное испытание.
Надеюсь, вам удалось как следует подготовиться к нему. Кстати, да. Не важно, охотитесь ли вы на бандитов или исследуете. Так, что-то есть пиздатого. Вам обязательно нужно надежное оружие. Ой. Лежать, сукин ребенок. Могут ранить, поэтому следите. Кому за нужен врач, своего когда счета. Есть 60 к 9. Своими страшными иглами. Не, все хуйня. Покупайте только лучшее. Если хранилище существует, вы сможете себе это позволить. Заебись. А это у пидора сейчас со снайперки. Что, не нравится? Да сука. Так, блядь, пидормоты. И я такой, блядь, как злоебучий шиноби. Ну чё, начали? Не надо было будить спящего пса. Девятипалый. Трехяичный. Блять, опасная хуйня. Хусь нахуй. Хусь нахуй. Ух ты ж нихуя! Большой, злой и мертвый. Ебать! Ты, сука, где? Готово, нахуй. Теперь надо идти все это говно убирать. Здесь тоже есть где покопаться. Так, ну первого босса мы вполне себе успешно, опа, поимели. Гранатуны. О, еще один сундук со стволами. Даже если мне по каким-то причинам не зайдет на продажу. О, хилочка. Так, а теперь ревизия. 8. Всего 8, блядь.
А то скорострельно с ним в рот ебаться. Дробовик мне не нужен. 86. Скорострел никакой. Кого это должно ебать? 72-18. 71-13. Заебись. Мой новый винтарь однозначно хорош. Тык. Это был первый шаг на вашем долгом пути. Слушай внимательно. Кто я, не имеет значения. Первое, что вам нужно знать, хранилище существует. Люди будут пытаться сбить вас с толку, использовать вас. Но вам ни в коем случае нельзя отклоняться от курса. Хранилище находится здесь, и мы найдем его. Эта планета таит в себе множество опасностей. Отправляйтесь в путь. Я буду следить за вами. Что это за мразь-то? У одной из сторон обязательно есть преимущество. Сделайте так, чтобы оно было у вас. Косарь! Так, апгрейд гранат. Если нужны лекарства, подходим и берем. Так, 60 к 9. Так, а теперь касаемо скиллов. Вообще... Короче, качаем пока фокус. Так. Это мне уже начинает нравиться. И учтите... Барду мы будем дрочить достаточно долго, потому что помимо сюжетки я пройду еще и все DLC. Все четыре. Но полностью я проходил только одно. Остров зомби доктора Неда. Хуя как ты умеешь, падла. А я и не знал. Нихуйская такая качалочка, а? Сейчас качнемся левелца так до 15-го. И сделаем небольшую паузу в сюжетке, чтобы пройти еще раз от гребаной DLC с зомбями. Ну, для меня еще раз. Лекарство на любой вкус. 164-19, нихуя! 119-21. Блять, 2000, сука, стоит. А, у меня уже 4 гранаты. Ну а поскольку Лока перезагрузился, это значит, что сейчас опять будут бегать всякие падлы. Так, 24 минуты. Ну, вроде нормально. Да, был заметен небольшой лаг, но этот я альтабнулся, чтобы посмотреть хронометраж.
пиздячим дальше. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли делать серии, ну, в районе получаса, или можно их затянуть, или наоборот, они слишком долгие. Этих можно вообще укладывать, не глядя. Да тех, в принципе, тоже. С ума сойти. Тебе удалось убить Девятипалова. За это стоит выпить. Проверь панель на... Это модификатор гранат. Добавьте его к снаряжению, и вы обнаружите, что ваши гранаты Протея внезапно стали мощнее и теперь обладают особыми возможностями. Старайтесь не упускать новые разнообразные модификаторы гранат, чтобы добавить мощи своему арсеналу. Эй, это ты всякую дрянь убиваешь, когда тебя попросят? На станции такси Блюз у кременника паразитов больше, чем в портках моей мамаши. Ты уж посмотри, в чем там дело. На станцию посмотри, а не на мамашу. Жарю этим скагом, если ты меня понимаешь. Попался, который сказал, что съебался. Где эта падла обитает? Угу. И вот сейчас, походу, запахнет потярой. Лютой потярой. Где эти два пьяных панка? Блять, его сложно пилить. Где-то, сука, есть. Падай ты уже, пидорас. Ну же. Готов. Блять. Ну, готовенько.
Так, а где модуль? Модуль должен быть в этом домике. В ящике. Ох ты, подло! А, блять, он за воротами. Сам съебни в туман, козлина. Пидорасня. Ой, блядь. Ух, нихера себе. Пиздец. Кому там? Тю. Заебись. О, кстати. У нас же почти 3 косых на борту. Заебись. Есть 3 тонны. Еще левелап. Ну что, пора и по газам. Приветствую, путник. На панели наград в племеннике доступны новые задания. А теперь прокатимся с ветерком. Вот это, блин, дело! Моя машинка не первая красотка на деревне, но зато разгоняется за секунду. Покатаешься, сразу поймешь, почему всем так нравится такси блюз от скутера. У-ху! Пам, блядь. Вот черт, ты прыгаешь через струю мочи в моей машине? Эй, дружище, когда еще раз соберешь... Да знаю, я ж типа, когда еще раз соберусь, дать себе зажечь. Скажи мне, это же круто! Кто тут, сука, еще хочет умереть? Блять, это весело. Даю всяких уродов тачкой. Там еще вроде снайперка выпала. Сейчас. Сейчас вернусь, не бзди. Восьмой левел, что-то, кстати, как-то быстро. Снайпуха, так. 16. Этот плюется 12 по 2. 56. Так, касаемо щитка. Блять, надо качаться. На панели наград в кременнике доступны новые задания. Она еще вот так умеет. Блять, я как-то на ней заезжал внутрь. Ебаться, колотиться. Ух. Такой вот, в общем, некоторый не стримчик. Сейчас только получим ништяк. Тут перекрестка по дороге к шахте. Ты встретишь парня по имени Шеп. Кувалда освежил. Так, что там у меня выпало?
Апгрейд какой-то. Да, апгрейд инвентаря мне перепал. Вал всех членов его семьи, а из их кожи сделал навес. Не повезло, шеф. Восьмой левел. Блядь. Чё тут на доске? Вот это будет веселая задачка. Ой, по мне шмаляют. У этого человека, у Кувалды, есть то, что нам нужно. И вы заберете это у него. Кувалда плохой человек, который ужасно обращался с жителями Кременника. Можете с ним не церемониться. Говно вопрос. Только я сначала здесь побегаю. Технологии плюс большая ёмкость. Так, снайперок нет. Равно моя победа. Так, это все продаем. 7000. Лучшая Стонгс. Защита не нападение, так. А добротная защита. Купите себе щит. А, блять, больше ничего с собой не таскаю, в принципе-то. Пойдем посмотрим, какая шилда, и будем сворачиваться. 71-13, 71-9, 69, 71-13. Ух, ну в общем понятно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.